Наша школа носит имя Героя Советского Союза Александра Кирилловича Новикова. Главное событие боевого пути этого прославленного летчика из 108-го гвардейского штурмового авиационного полка, в котором воевал Александр Кириллович, легли в основу экспозиции школьного музея, который был открыт в нашей школе в декабре 2004 года. А в мае 2019 года, начав работать над московским образовательным проектом «Путь героя», наша школа получила новую возможность открыть неизвестную для нас страницу боевого пути Александра Кирилловича Новикова и его однополчан. Все, что нужно, уже в тебе, в твоей жизни, в твоей судьбе. Просто смелым будь. Подготовка к походу началась с работы по сбору и анализу документальных материалов, связанных с боевым путем Александра Кирилловича Новикова. Дверь в этот мир открой, ведь ты же и есть герой. Время пришло идти вперед к своей мечте. Верную цель поставь, крылья свои. Результаты этой работы и легли в основу маршрута. Прежде всего была выбрана точка на карте, которая стала своеобразной целью нашего похода. Место награждения Александра Кирилловича Новикова его первой медалью за отвагу. Для нас это было значимое и знаковое место, своеобразная точка славы. Символ истинного героизма. Тот ориентир, который подсказывал нам верное направление нашего будущего маршрута. Кто помощник тебе, кто друг, с кем вперед идти? Когда были определены участники похода, это 12 человек 7-х и 8-х кадетских классов, утвержден маршрут длиной в 50 километров с переходом в 5 ночевок по территории Богучарского района Воронежской области, мы стали тщательно готовиться к походу. Проверяли оборудование, тренировались, чтобы стать сильнее и выносливее, изучали маршрут и исторические факты, которые раскрывают детали боевого пути Александра Кирилловича Новикова. Наш поход начался с поселка Дубрава, где находится музей поискового отряда памяти. Здесь мы узнали малоизвестные факты об операции «Малый Сатурн», о том, как важен был исход этой операции в будущей победе наших войск под Сталинградом. Для нас было особенно важно узнать, что именно в этой операции участвовал 108-й гвардейский штурмовой авиационный полк Александра Кирилловича Новикова. А «Малый Сатурн» — еще одна страница подвига героя. Дверь в этот мир открой, ведь ты же и есть герой. Время пришло идти вперед к своей мечте. Следующие 22 километра пути с ночевкой пролегали через степи до села Рачинское, где в 1942 году проходила линия фронта. На карте нашего похода эта точка не случайна. В приказе о награждении Александра Кирилловича Новикова медалью за отвагу значится именно это село, где он выполнил задание по уничтожению живой силы и техники противника. Уверена, что мы не забудем тот день, когда каждый из нас мог почувствовать себя в роли исследователя и члена поискового отряда. На месте раскопок нам удалось увидеть детали немецкой и итальянской военной техники, элементы оружия и военного мундирования. Нам посчастливилось буквально прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и к истории Великой Победы. Еще на марше мы активно делились материалами похода в социальных сетях. Для нас хэштег «Путь героя» стал не просто отметкой, а символом участия в великом деле. И подобный отклик мы получали от многих людей, с которыми на этом проекте свела Воронежская земля. Кто рожден для добра на свет, тот поможет найти ответ на твоем пути. Дверь в этот мир открой, ведь ты же и есть герой. Время пришло идти вперед к своей мечте. Только вперед смотри, знай много сил внутри. В сердце своем найди стремление к высоте.
Боевая судьба Александра Кирилловича Новикова и его однополчан стала для нас символом борьбы за свободу Отечества, за будущую жизнь, а значит за нашу жизнь. Да, мы преодолели себя, сплотились, нашли артефакты времен войны, которые пополнят музеи и школы, узнали много того, что затронуло наши души, и сейчас мы понимаем, что готовы к новым походам, поискам, исследованиям. История подвига героя – это не просто яркая страница из жизни одного человека, а целая книга, которая рассказывает о подвиге всего народа, и нам предстоит ее прочесть. Верную цель поставь, крылья свои расправь, сердце свое найди, стремление к высоте, и в этом суть найди свой путь.